Симпатию на торги. Дончане покупают свидание в интернете. В соцсетях торгуются за право пойти на рандеву с понравившейся кандидатурой. Особенность аукциона в том, что все собранные средства направят детскому дому. Почем благотворительная романтика? Разузнала Александра Юденко. Чтобы принять участие в аукционе свиданий, школьница Элина приехала в Донецк из Харциска. Говорит, все ради помощи детям, ведь у старшеклассницы уже есть молодой человек. Заплатив за рандеву, девушка рассчитывает обрести не любовь, а друга. Меня радует мысль о том, что я смогу сделать свой вклад и помочь детям. А знакомство, встреча с человеком интересным – это приятный бонус. Будущий математик Дмитрий не скрывает. Его цель – познакомиться с девушкой. На самом деле, все-таки приоритет номер один – это пойти на свидание, но с благой целью. Деньги направятся в нужное русло. Участники необычного проекта находят друг друга в социальных сетях, размещают на страничках свое фото, после чего среди желающих пойти на свидание начинаются торги. Стартовая цена – 10 гривен. Самая высокая ставка на данный момент – 770 гривен. В группе аукциона встреч уже зарегистрировали 600 человек. Девушек в три раза больше, чем парней. Организаторов не смущает, что за годы существования проекта не сложилось ни одной пары. Говорят, у них другие цели. За вырученные от свиданий деньги порадовать сирот. Акция приурочена к Дню Святого Николая, чтобы сделать праздник, повеселить ребят. И, конечно же, разговариваем сейчас с администрацией по поводу того, какие вещи нужны больше всего. В чем нуждается детский дом. Подобные акции проходят и в других регионах Украины. В Донецке интернет-аукцион свиданий продлится до 10 декабря. Александра Юденко, Владимир Конопля, телеканал «Донбасс». На этом прощаюсь. Увидимся во время новостей.